Давно хотел тебя спросить, как жить дальше? Я говорю, как жить дальше нам? Ты меня помнишь, молодым? Не помнишь? А чего ты помнишь? Он ничего не помнит. А чего говорит? Молодежь. Подожди. Ты от их имени или про них? Про вообще? Тогда я сам скажу. Ты послушай. Иди, иди пока. Дорогие мои сограждане, я про себя, так сказать, скажу. Кем я, так сказать, был при драконе? Ну, кто я? Сумасшедший. Простым сумасшедшим. Но я рос, я развиваюсь, каждый день я развиваюсь, и теперь я как он, то есть как, ну, вы, как вообще, так сказать. Потому что наша, ну, соединенность наша направленность человеческая, она когда массовость, когда эти, убери его отсюда, убери. Как верно сказал сейчас вот этот ушедший дедушка, молодежь, говорит, именно молодежь, понимаешь, когда дает нам она силы этих годов, да, значит, от вашего имени, говорит, пора жениться. Невеста выздоровела, жених созрел, понимаешь. Поэтому приглашаю вас на свадьбу к себе, понятыми.